55 лет исполнилось Тамилинской школе номер 19. Учреждение уже давно стало стажировочной площадкой для студентов МГАВК. Ученики регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях регионального уровня и имеют многочисленные награды. В свой юбилей школа собрала учителей, выпускников и представителей власти округа. Всегда хорошо, вне зависимости от возраста. Первоклассники 64-го года и первоклашки сегодняшние доказали это наглядно в совместном творческом номере. Учащиеся постарше устроили для гостей юбилея зрелищный концерт. За особые заслуги глава округа наградил благодарностями весь педагогический коллектив и отдельных его представителей. Среди них учитель биологии на пенсии Надежда Вениченко. Главное – воспитание детей, по ее мнению. Искренняя любовь к молодому поколению. Такого принципа Надежда Михайловна придерживалась весь свой трудовой путь. В школе она проработала 30 лет. Работа сложная, но она... Это работа душевная, то есть получаешь удовольствие от этой работы. Потому что душа поет, когда ты получаешь отдачу от детей. Если ты любишь детей, то все получится. Родная школа, добра тебе желаю. И в следующий свой юбилей обещаю еще цыганочку станцую я тебе. За 55 лет учебное заведение дало путевку в жизнь более 4000 выпускников. 128 из них вышли из стен школы с медалями за особые успехи в учении. В 2019 году школьники стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады. Я хотел бы школу поздравить с таким красивым юбилеем. Все-таки быть круглым отличником не всем дано, а у вас это получилось. Я хотел бы, друзья, всем пожелать искренне вот этого бережного отношения к традициям. Школы. У школы большое будущее. В скором времени школу ждет второе дыхание. В здании сделают капитальный ремонт, а после его границы расширятся. К учреждению сделают пристройку. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.